Сбили на переходе. Во Владимире девушка попала под автобус на зебре. ДТП произошло сегодня на проспекте Строителей около 14:20 в районе остановки Педагогический университет. По предварительной информации, рейсовый автобус 23-го маршрута двигался на красный по левой полосе. В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что до начала движения транспорта оставалось не менее 5 секунд, когда автобус вылетел на пешеходный переход. В это время по зебре на зеленый сигнал светофора шла девушка 1996 года рождения. Она и оказалась под колесами общественного транспорта. С травмами пострадавшую госпитализировали. Ни пассажиры автобуса, ни водитель в аварии не пострадали. На данный момент будет проводиться административное расследование, в рамках которого будет установлены причины и условия данного дорожно-транспортного происшествия и будет дана правовая оценка. Будет установлена причина и условия. Если виновность его будет признана, то здесь будет решаться вопрос о правовых санкциях с учетом тяжести причиненных последствий.